Сейчас попробую спеть относительно, или даже в каком-то смысле абсолютно, новую песню. Вот первый раз в моей практике такое, ну то есть бывало так, что ты дописываешь песню там в день концерта или там накануне концерта ночью. Вот, но первый раз в моей практике такое, что я вечером накануне концерта решил, а не написать мне песню. Вот, и песня такая, видимо, ее нужно исполнять во время перерыва на работе. Вот, то есть такой вот творческий перекур, что ли, или как еще можно это назвать, творческий перерыв. Подойду к окну, взглядом землю свою окину, песню веселую затяну, уподобясь окыну. Предо мной танцы, линии и игры света, мир земной ждет того, чтобы быть воспетым. Чистый юный весенний день, ярким солнцем мой город залил. Облака шхуны под талой плывут в воде, и зовут в голубые дали, дали всход. Землю зарытые таланты, жизнь идет, просто так не загонишь ее в шланты. Таращить в окно глаза, черт ведя мимолетным мухом, и щекотать нервы левой ногою за оттопыренным правым ухом. Краткие дни так подскажут мне чувство долга, напряженной работой должны быть полны они. Но спи, моя совесть, усни, я еще недолго.